Ищешь качественный сервер с уникальными плагинами, например, шапка-невидимка, эликсир силы, кастомный транспорт? Тогда к вашему вниманию представляю сервер Довлата Rust. На нем ты можешь заработать реальные деньги. Просто играй на сервере. Автосалоны, раскиданные по всей карте, помогут тебе собрать свой спорткар или самый настоящий бронетранспортер. Держи, вот тебе еще промокодик в магазине на 50 рублей. Все это и многое другое ждет тебя на проекте Довлата Rust. Ссылки, если что, в описании. Ой-ой, бандиты, сложная серия далась мне большим трудом. Сначала очередь в 400 человек, но сайт любезно предлагал решить эту проблему за 10 евро. Ради серии не жалко, но стоило зайти, как выяснилось, что русских автоматически банят. За что? Да за то, что они русские. Да-да, я не шучу. А русофобия, которой нет. Толерантные европейцы и их лицемерие в собственном соку. Вау. Для обхода бана потребовался платный VPN. Еще минус 12 евро. Как итог, пинг от 300 до 500 и стойкое ощущение, что я какой-то недочеловек. Надеюсь, мои мучения не напрасны, а вы оцените этот ролик. Например, лайком под видео, да. Вот победители прошлого конкурса, пишите мне в ВК. Давненько я не разыгрывал копии Rust. Исправим. Две копии получат те, кто оставит комментарий, тыкнет лайк, подписка. Чай, бутерброды, ты знаешь. Марсианская почва. Красный песок. Угу. Какие-то биосферы, что ли, получается, зеленые, или что это, купола? Бочка? Бочка, это понятно. Так, а он что за тело? Дома, кстати, вот стоят. Вне куполов, получается. А куполы тогда, интересно, для чего? Что-то я не совсем понимаю. Тело? Баллон с воздухом? Тут какие-то супер-баллоны. Чел, ты чё? Расквасился-то. Первый марсианин, которого я встретил, мертвый. Да что ж такое-то? Ага. А тут вот упавший спутник. На Марсе сразу такие спутники есть. Пилотируемый шаттл. Тут, походу, должен быть какой-то лут. О, Бас Лайкер! Это The Star Command. Спасибо тебе за хорошее детство, Бас. Еще раз бить. Ну это целая прям станция техническая, то ли какая-то. И тоже упал. Что здесь происходило, я не пойму. Оу! Нет-нет, тихо-тихо, мужик, погоди, не надо. Быстрее отсюда. Почему меня жрет радиация, я же в хазмате. А это все еще стреляет. Ага, вот и купол, походу, зеленый. Мне туда, боже, меня съедает радиация. Шоколадочка. Максианский сникерс, неплохо. Таблеточки, надо глотнуть, а то я откинусь. Мне бы дойти до купола, я уверен, что там все будет хорошо в куполе. Пустите меня. Ай. А ведь у меня был лут. Марсоход сломанный. Тут броня, хотя вряд ли я думаю, что ее здесь можно носить, есть только в здании. Траншея, видимо, водопровод какой-то из секции в секцию. Цены какие-то смешные, походу здесь со скрабом совсем проблемы. Но судя по количеству бочек, видимо, да. Пустой ящик. О, hello. Марсианин живой. Не бей, не бей, не надо. Hey, man. Hey, hello. Do you want a free base? I don't have base, man. Фрибейс? О, это неплохо, мне для старта не помешало. Для эксплоринга самое то. Окей, окей. Горелка? Ну зайду, ладно, мне что, нечего терять. Он отдает мне на туре бейс? Реально? Оу. You seriously, man? В натуре он бейс отдает. Окей, thank you. Соло игрок, а что он наливает-то? I can't. Как эта хрень называется? Каборд, need каборд. Yeah, каборд. Да, я угадал, видите? В натуре он отдал дом. Охренеть, надо переставить. Окей. Обалдеть. Ну это хорошо, я хоть поизучаю побыстрее это все дело. Меньше проблем с фармом будет. О, oh, very thank you, man. Hey, man. Have fun. Very, very thank you. Блин, знал бы я получше английский. Охренеть тут РСов, нифига себе. И здесь тоже.
Это отлично, я рад. Надо пойти поизучать окрестности, вообще понять, что это за место, где здесь что расположено, хоть чтобы как-то понимать это все. Красная планета — это совсем не Земля. Здесь явно другие правила выживания. Это лифт? Чего? Так. Так это программа Кобальт тоже до сюда добралась. Теплицы. Здесь, видимо, занимались каким-то культурным выращиванием растений. Ага. А что же там наверху? Торговый автомат. Ну, это какое-то марсианское поселение, главное, видимо. Отсюда начиналось развитие и... Воу! Лифт. И что, он приедет сегодня, нет? А почему там так много погибших марсиан? М? Чел тоже пришел. Блин, а вот это шипение. Hello! Воу! Ну-ка. Yes! Yes! Yes, man! We made it! О, oh, fuck, very beautiful. Блин, куда он вниз опять? А что у пацанов с ногами? Вот почему там так много мертвых людей. У меня здесь же нельзя, да, лутать? Нет, нельзя, отлично, повезло. Попытка 2. Хоп! Oh, so nice. I'm in fucking textures, yeah. Very nice. Боже, и как? Мне, наверное, киляться придется, я думаю. Может, упаду туда, да? Ну, давай, тело, ну, пожалуйста. Да! Ну, хотя бы так, отлично. Вот. Ну, нет. Ну, блин. Ай! Оу. Йоу. Оу, мэн. Я тут пока... Ну, по крайней мере, я тут не один, это уже неплохо. Давай, толкай. Yes! I can, man! Боюсь, что ты здесь останешься один. I come back for you. Ну, тут как-то же можно, ну нет, ну... ну да. Автоматы. Понимаю. Надо сразу ревик изучить, а то тут, походу, шансы его потерять весьма-весьма большие. Ревик готов и патрон. Купол. Я так понимаю, купол — это источник ресурсов здесь. Древесины, скорее всего, потому что камни везде лежат. То есть тут даже животные есть. Я понял, тут полный цикл, короче, жизнедеятельности. Это такой маленький кусочек терраформированной земли на Марсе под куполом. Вот какое-то техногенное оборудование, которым, видимо, это терраформирование проводили. Блин, тут даже кукуруза растет. И где он есть? Я не вижу его. А, вон он что-то добывает. Ну да, пинг 400. Ни хера не попадают патроны. Оу, класс. Их уже трое. Кайф. То есть, получается, 4 купола разных размеров. Некоторым даже есть РТ. Это какое-то тоже поселение. Это какие-то лаборатории, походу, здесь были научные. Ну да, вот капсули для изучения, модули всякие. Да, это отдельная лаборатория. Видимо, ее сделали в стороне от всего, чтобы если произойдут какие-то там взрывы или еще что-то подобное, чтобы сразу ее обрубить нахрен. И это не задело бы основные жилые модули. Умно. Что-то тут за стрельба. Кто-то буром что-то ломает. Это рейд? На. Ещё ты какой? Ну и что? Приятно! Не-не-не! Еще тычку, боже, что он так стреляет-то? Чем самое главное? Ты упал, братишка, я понял. Что у тебя там? Слушай, а тут у тебя неплохо. И шприц мне на изучение, и синий костюм, не знаю для чего он, правда. Это все я скидываю. Баллоны, правда, зачем я собираю? Тут опять война, надо подойти поближе. Ребята? Что? Рили? Тычка? Но-но-но! Отдохни. Так, это я все забираю. Что у тебя тут еще? Ну, тут у тебя ревики, все дела, патроны. Я доволен. А тут что? В тебе. Ну, тоже оружка тоже пойдет. Вот. Отдохните, ребят. Я пошел, короче, лут скидывать. Сейчас вернусь.
Эти хазматы, они явно не нужны. Зачем я их набираю, не понимаю. Чё он хочет от меня? Yes, it's me. Yes? I kill anything. Боже, ему так же тяжело говорить на английском, как и мне. Man, man, take, take, stop, stop, man, take. Give his. Вот. Go. Это бомжи, боже, здесь бомжи из хазматов, они такие бронированные. А, о, ассистит. Очень сомнительно, конечно, но ассистит. Что тут происходит? Что это за дом такой? Шкаф. Мэн, мэн. О, а, это не свой? Эй, камон! Я ж тебя не трогал, падла. Ага. На, полежи мою космическую задницу. Окей. Ой, тут что-то происходит. Танцы. Пианино? Так, а тут что? А, он такой же, как я, хазматы коллекционирует, понимаю. Надо поизучать эти скалы, возможно, здесь что-то интересное есть. Очень красивый пейзаж, ничего не могу сказать. Чел. Тихо, 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 братишка. Блин, приноровиться бы к этому пингу. Что у тебя тут? Чего ты не стреляешь? Ладно, мечом зарублю. Да. Так, камень, в принципе, что-то есть. Мне нравится лут. Так, а это что за нефтевышка? Она явно что-то добывает. А что эта база может добывать? Воду, возможно, из подземной почвы, изо льда преобразовывать в водород, например. Ну, я просто... Что-нибудь типа того. Ну, все тоже заброшенное, поэтому... Кобальт тут, короче, тоже похимичил и смылся. Пойду схожу туда. А, понял. Понял. Не схожу. Угу. Что-то мне похерело, я хочу сказать вам. Ладно, пойду пофармлю тогда. Марсианин бежит, возможно, у него есть лут. Да я тебя так зарублю. Давай, драться, файт! До свидос, спасибо. О-о-о. Лернблюр. Так, я почти дома. О, пещера! Надо изучить. Какая-то дебильная пещера бесконечная по кругу. Я уже задолбался, если честно, здесь ходить. Все скидываем. Тут какие-то замесы. Боже, вот эта штука, она шумит, ее слышат все. Это ужасно. Не дыши. А, нифига вас тут много, я понял. Наверх, наверх, Дима. Так. Готов. Как же это неудобно, а? На это что такое? А, какой-то космический шаттл, что ли? Межпланетный, я что-то... Ну да, и он разбился, упал. Любопытно. Ох, что-то, походу, моей селезенке все это и не нравится, я думаю, да. Прям совсем. Какая карточка синяя? Угу. Ну все, путь закончен. Так, надо все это дело крафтить. Потихоньку. И выдвигаться. Синий хазмат. Сейчас попробуем. Нет, походу синий хазмат на это дело не подходит, да. Потому что у меня уже начинает селезенка заворачиваться от радиации. Как он в замедлении умер-то? Пингую. Сегодня я с тобой пингую. Что же там наверху? Вроде людей тупых нет, кто будет меня вдавливать в пол. Поэтому можно и... заехать, надеюсь. Как-нибудь так аккуратненько. Фу. Материализующиеся лестницы, понятно. Естественно, казино должно быть по центру острова на верхотуре. Европейцы, ну, любители, да, я понимаю. Что тут? Ага. Обычная оружка, понятно. А тут виды хазматов, которые, походу, ничем не отличаются. Или отличаются. Ну, визуально нет. Наверное, каждый нужен для определенных РТ. Для второго, первого, тира и третьего. Видимо, чтобы космокорабль залутать, нужно же 650 купить. Очень красиво. Прям вообще. Тут тапается. Может, дипнуть получится. Не, погоди, мужик. Отдохни. Залочить успел. Вот негодяй.
Ну ладно, хоть картошку заберу. Отдохни. Все залочено, выдалбливать? Не, выдалбливать не хочу, ладно. Пойду я, пожалуй, дальше по пути своего следования. Тут у нас, получается, есть север-бранч и аутпост. Вот на аутпост можно сходить. Тут очень темно. Как тут растут деревья в таком свете, я не понимаю. Очень темно. Блин, Боря, отстань. Ты на Марсе такой же дебил, как и на Земле, я понимаю. Берданчики пришли, о, класс. Как же мне нравится, ползет. Он меня попш выслеживает. Отдохни. Ну, плюс берданка не... О, нет! Было двое. Скраб лишним не будет. Вообще очень мало скраб, реально. Я вот это фармил, бегал минут 30, наверное. Бочки на расстоянии, на как на воде. На земле, также здесь. При этом очень мало компонентов. Хазмат, кстати, не перер... Текстуры не хотелось бы свалиться, если честно. Быстрее переработать это все и свалить отсюда. Угу. Мне еще вот не хватало пати с вами, да-да-да. Их уже трое, кайф. На Марсе растеры такие же идиоты, как и на Земле, в принципе. Ничем не типа килорастер, типи килорастеры. Animals. Понятно. Пора заканчивать с этим. О, fuck, man, I can't kill you. No. Рука не поднимается, он какой-то безобидный слишком. Почечка. Марсоход, а рядом с ним... А, это синий чел. Он отъехал? Серьезно? Сильный топор, отлично. А в синем чайке что, может, в нем хазматы? Хазматы, конечно. 10 хазматов, да. Очень расстояние между лудом бешеное. Посмотрите, сколько я бегу от бочки до бочки. И причем там стоит по одной, по две штуки. И ящиков практически нет. Это прям дичь. Unreal. Блин, на земле хоть... О! На земле хоть на лодке плаваешь. Пейзажи сумасшедшие, конечно. Вон и купола. Надо все это дело переработать, хоть какой-то скраб. Вообще, мне нужно много, получается. Чтобы лутать РТшки, мне нужен хазмат за 650 скрапа. Че это за война? Два синих тела. Можно их попробовать принять. Пожалуйста, не пшикай, я тебя прошу, не пшикай, не надо. Твою мать! Хрень меня палит. Ну же. Они уже знают, похоже, что я здесь. Готов один. Сейчас второй побежит же. Да, немножко оттягиваемся. Второй готов. Ну все, их двое было. Нет! В синем он был, в синем! Угу. А, ну тут да, тут действительно лут спавнится. О, это, видимо, мне за мои эти мучения. Благодарочка. Ну не перерабатываются эти хазматы, хрен знает. Тут рядом со мной берданку нигде, короче, не продают, да? Обида. Мусорка на Марсе, что? В смысле? Лук такой себе. Все красное, аж глаза болят. Оу. Блин, это пшик нереально меня палит постоянно. Отдохни. Так, надо сразу хилиться. Хилиться, хилиться, хилиться. Бежать. Переведу дыхание. Это последний, это, видимо, космодром под куполом, да, вон куски торчат его. Какой-то жилой модуль, походу, штаб управления. Вон, карта географическая по центру. Переработчик, кстати, есть, это неплохо. Ага, неплохой, кстати, улов на этот раз. Надо трайнуть, короче. Нет, я не хочу все тратить. Слишком долго фармил, блин, чтобы все потерять. Ну давай, единичка. Никаких 20, единичка мне нужна. Yes, yes, отлично. Все. Этого хватит на второй верстак. Тихо, пожалуйста, я должен... Нет, нет! Твою мать! Я хотя бы упал неплохо. Так. Отлично. Есть второй верстак. Очень много вот таких вот недостроенных домов. А это что такое? Погодите. Ого! Ого! Кто-то, походу, лут скинул, надо домой нести.
Тут еще и газоруны, ну неплохо. Тут движ был, два тела гуляли. Долбление какое-то было. Твою мать. Как же это пшшшшш раздражает. Вы бы знали. Йо, Дэв. Тихо. Тычечка. Отдохни. Тупо рашу просто. Вообще никакой позиционной игры. Сейчас построю, расширю. Вот так вот. Все, сейчас вот это вот дапать. Может, мне за что-то берданку продадут через магаз. Пап, это что за дом? Это марсианская база. Это что? А эта база убила плохого человека. Мы нет. О, неплохо. Вон там, я вижу твой дом. Это не мой дом. А чей? Не знаю, чей-то. Сломай этот дом тогда. Нечем. Нечем? Да. Молоток, топор. Потерял дом. Вон там, мне кажется, вон. Нет. У нас железный дом, мы ж не просто так. Вон тот, вон тот, вон тот. Нет. Он тот. Ой, тут пулеметик есть. Его зовут Чагмандер. Непонятная вещь. Вот он. Нет, это не похоже на вход, это наоборот пещера какая-то. А, он в низине. Получается, мне сюда, что ли? Ну да, вот это выход в этот биом. О, мне нужно просто много дерева. Нарубить и свалить отсюда. По добру, по здорову. Сфера. Ну что, на сфере? Боже, у меня опять селезенка начинает кипеть. Я понял. Неприятно. Охренеть, сколько здесь кабанов. Пацаны, как вам вообще дела у вас? Тут как вы на Марсе живете. Так, сразу это дело делю. Сачельку изучу, потому что я не представляю, как здесь нафармить на третий верстак. Это Unreal. Так, вот лесенка, видим, в этом хитрость, да? А вот там военник. Ну да. Только вот залезь бы сюда как-нибудь. Осталось только чемодан залутать. Ну, такое, ну, пойдет. Такая удобная труба. Она ведет прямиком к основному поселению. Ничего не покупают, охреневший. Пипец. Никому разрывы, что не нужны? Чермандер, что с тобой не так, я не пойму. Получается, что берданку продают только за большим биомом. Нет, пройду вокруг купола я, пожалуй. Там какая-то супер стрельба, у меня только арбалет. Пройду я, пожалуй, через купол. Надеюсь, что я доберусь до магазина. Дропну. Пока спрячу, пойду осмотрю местность. Так. Берданку я купил, забыл включить запись. Вот она. Продали, конечно, вообще сломанную, починенную, без патронов. Тут шипение было. А, да. Вот он. Дурацкое шипение, а? Куда ты убегаешь? Теперь уже все. Настрелялся. Даже какой-то лут есть, ревик. Пригодится, заберу это все дело. Почти дошел. Сейчас я переработаю и пойду изучать берданочку. Так до сих пор ничего и не купили. Бред, просто бред. Берданочка. И патрон. Вот, детка. Сейчас мы с тобой хоть более-менее начнем раздавать, я надеюсь. Ты-то от пинга зависишь чуть поменьше. Че тут за туса такая, я слышал? А, да, вон, бегают. Сразу на меня. Отдохни. Так, пацаны. Где второй-то? Но он был близок. О, зеленая карта. Пригодится мне, да. Это заберем. А, тут еще один уже, я понял. Не, надо сейвить берданок. Не хочу, чтобы у моих соседей тоже была берданка, как у меня. Ну, неплохо, кстати, нафармил. Топот. Отдохни. Забираю, все надо повыкидывать. Берданочку сюда. Тоже мне пригодится. Кто это там? Был бы у меня пинг поменьше, вы бы уже раком все стояли, сукины дети.
Мне, короче, с России так и не пускает. Ну, вот через Нидерланды буду заходить. Мой любимый военник. Почему я не попадаю, блин, пинг? Я понял, принял. Давайте-ка лучше ящик все-таки залутаем. Надо вот сюда забраться. Не могу издали, надо, значит, рашить. Сблизи промахнуться сложнее. Ну чё, вы где там все разбежались-то? До свидания. А, я того все-таки прибил, он вон сдох. Понял. Значит, где-то еще третий должен быть. О, у тебя есть лут, неплохой, кстати. А у тебя? А у тебя фигня, понимаю. Оружие заберу. Надо похилиться. Третий бежит. Бежит, равно бежит. Все, и третий готов. Такое. Воу. Это бот, да? Ну это же да, это синий бот бегает. Надо в город переработаться. Любимая труба. Надеюсь, переработчик не занят, как всегда. Нет, кто-то перерабатывает, блин. Это что за сборище? Русская речь? Ну да, вроде. Или мне я кажется. Гей. Пизер, я гей. Ага. Сука, я. Не, ну, вот, Дверка, вообще, этот, я просто VPN, типа... Только лагает, на секундочку, хочу заметить. Что там, переработчик работает? Все еще перерабатывает. Тут, походу, дверь играет. Палить, не палить, что я тут играю. Дверь, ты меня не узнаешь? Я ЧБГ, если что. Да, я голос знаком. Привет, ЧБГ. Я тебя не узнал, да, сорян. Ну ладно, давай, удачи тебе, пойду я. Отдам тебе, да? Давай, давай, ЧБГ. Наконец-то переработчика освободили. Бежит, 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 бежит. Отдохни. Ну, тут есть лут, и это хорошо. Чел какой-то закупиться решил. Не, братан, не. Явно что-то за скрабку. Ой, ну нет, ну город, ну не уж так далеко. Ну почему? Сколько у тебя рейндж? 100 километров. Так, надо залутать его. О, полтинник скрапа, я угадал. Принес мне скрап, это же отлично. Вот, 140 скрапа. Почему бы и нет? Да-да-да. Побольше поговори, очень плохо слышно. Готово. Так, не, не в этом магазине, в следующем, значит. Вот она, бобовочка родненькая. Все, можно будет начинать рейдить. На это что за дом такой недостроенный? Или он гниет? Воу, не-не-не! Офигеть, быстро ломает свой. Тут есть какой-то лут, что неплохо. Карточка, пружины тоже пойдет. В челе ничего нет, овшка. О-о-о-о! Супер. Так, все это выкидываю и добираю. И надо валить. Челы что-то строятся. Отдохни. Второй убегает. Да и пусть бежит. Как они в слоумо умирают. Пинг вообще потрясающий. Че тут? Ну такое, да. Вообще-то помереть должен был от такого количества урона, не? Ну ладно. Все уже решено. О, да у тебя тут бинго прям, я бы сказал бы. Я доволен. Да-да-да. Кто стреляет-то, боже? Оу. А вот это было неприятно. Нет. Ну нет. Они в дом забежали рядом. Ну-ка. Они же? Зато я знаю теперь, кого я буду рейдить. Крафт будет долгим. Что это такое здесь за побоище? О, да тут лут, пацаны, походу, это не добрали. Я понял. Забираю. В этом ничего, в этом. О, ревик. И здесь, смотрите-ка, берданок, целая куча ревик. Нифига себе. Надо все забирать и валить отсюда, я понял. Куда-нибудь вот так. Хазматы тоже, зачем я их беру? Ладно. Ха-ха! Ха-ха! Бегают, там бегают, лут свой ищут.
Вот я себя оружкой обеспечил. Короче, беру МВК и продаю его на скраб. Это единственный вариант. Получится 500 скраба плюс карт продам. И нормально будет. Кнопочку. И в город. О! Уже 600. Плюс нефть. Беру вот этот. Думаю, его на шаттл хватит, чтобы попасть. Надеюсь, по крайней мере. Блин, ну по этим он такой же. По статам. А так? А, это зеленый хазмат. Шприцки. Странно, руки синие, а живот зеленый. Да, радиация не бьет. И здесь тоже. В чате писали, что на попке у него вход. Где тут дырочка? Вот, правда, прям попка. Это ломается или что? А, это просто тупик, я понял. Здесь F и мишка. Ага. Интересная история, ладно, согласен. Это выход на сам, получается, бортик, да? На мостик. Получается, куда-то сюда мне надо. Куда он разрядил резко. Красная карта. Ценная вещь. Сюда фьюз, походу, и потом на этот, на площадку. Ничего нажимать не надо, да? Так, а как отсюда вылезти-то правильно? Сюда, что ли, куда-нибудь? Тут какие-то шипы, значит, в ту сторону выходит. Но-но-но-но-но! Так, и синька. Пошло все подниматься. Ждем. Один готов. Там что-то трещит. Еще один. Ау. Еще один готов. Все, что ли, или еще будут? МП-5-ка. Уже неплохо. Сюда положу ее. Патрошки. Так, а лут-то где? Отсек с двигателями, да? И больше хода никуда нету. Ну, походу, здесь должен быть лут, но его, видимо, залутал кто-то до меня. Ну, ладно, хоть посмотрел, как это выглядит. Капсули забавные такие. Ну что, я пришел, пацаны, давайте. Звук какой-то не такой. Сочели. Готово. Так, шкаф взрываю. Тут забираю все из магаза. Это не основной дом, это магаз, походу. Ну ладно. Хоть магаз взорвал, на том спасибо. Тут скраб есть, что неплохо. Ценная штука на данной планете. Как-нибудь вот сейчас вот так построю. Ну и что? Ну вот, чтобы знали, что русские здесь, несмотря на их блок, есть. Бесит, все бесит. Иди сюда. О, это его дом. Гоу-гоу-гоу. Open up. I look your house. No, man. I just look. Come on. Open door. Why? Why you give me stuff? I don't... Oh. Oh. Thank you. Это было странно. Пчшшш. 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 Джек. When we go your home? It's a dead Jake. Dude, following me is gonna be such a waste of time. Yes. Yeah, I just look. I'm not going there yet, though. I'm not done. То есть чел просто фармит бочки, ждет их КД в безопасное это, и потом идет перерабатывает, опять фармит, и так повторяется. Ой, тяжело здесь играют люди, я понял. Джейк. 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 Take this. И go for me. Револьвер. 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 Go, go. Dude, you've been following me for 10 minutes. Of course you're gonna shoot me. No, 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 no. Go. Where's your partner? I don't have a partner. I solo player. I give you armor. Come. Really. Really. Trust me. I don't touch you. Come. Really, come. It's how I read it. Come, Jake. Come, come, come. Come, Jake, come. Fuck. Dude.
It's Rust. You don't trust anybody in Rust. If there's a flame turret. Not. Oh, come on. Give me молоток. Give me. Ой, короче, так будет проще. Где? Close the door. Close the fucking door. I can't place the door. Ah, okay. This server don't create for solo player. It's a lot of campers, man. But I like the idea. Holy shit, dude. Come. And now close the fucking door. Goodbye, man. So, dude, this is crazy, man. No, this is crazy. Why are you leaving all this? Because psh, fucking. Psh,